Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 2. Задание 174. Во сколько раз уменьшится время производства фабрикой данного объема продукции, если производительность на фабрике возрастет в 2 раза?» Давайте ответим на этот вопрос. Что значит, что производительность возрастет в 2 раза? Это значит, что за одно и то же время, фабрика будет выпускать в 2 раза больше продукции. Тогда что будет со временем, если мы рассматриваем один и тот же объем продукции? Если объем продукции не изменяется, а увеличивается производительность, то, конечно, тогда время производства данного объема продукции уменьшится. И вот во сколько возрастет производительность, во столько раз и уменьшится время на производство такого же объема продукции. Это мы такое предположение такое делаем. А теперь читаем дальше. Проверь свой вывод на примере выпуска кондитерской фабрикой 240 плиток шоколада, если фабрика работает с производительностью 5 плиток в минуту. Итак, объем продукции у нас 240 плиток. Так. Объем работы 240 плиток. А первоначальная производительность 5 плиток в минуту. Вот если эта производительность увеличится в 2 раза, то нам нужно доказать, что и время уменьшится тоже в 2 раза. Но производительность возрастет, а время уменьшится. Ну, давайте, чтобы подтвердить наш вывод, мы вначале узнаем, а какое же время требуется фабрике на производство 240 плиток шоколада при данной производительности 5 плиток в минуту. Значит, 5 плиток – это за минуту. Тогда сколько минут на 240 плиток? Значит, мы должны узнать, сколько раз по 5 плиток содержится в 240 плитках. То есть, другими словами, 240 плиток нужно разделить на 5 плиток в минуту. Ну, разделим. Сделаем это на черновике. 240 делим в... Хотя можно было это сделать и устно, но давайте все-таки сделаем. Разделим уголком на 5. Так, как мы делим? Смотрим первую цифру. Двойка меньше 5. Деление не получится, у нас будет 0. Поэтому берем две цифры. Вот это 24, это первое неполное делимое. 24 делим на 5. По сколько раз нужно взять? По 4. 4жды 5 – 20. А вот если бы мы взяли по 5, то 5 у 5 было бы 25. Это было бы больше, чем 24. Поэтому нам подходит 4. Так, находим остаток. 4. Ну вот и проверили. Остаток меньше, чем делитель 5. Значит, все правильно. При этом 24, первое неполное делимое, это число десятков в делимом 240. Значит, вот эта полученная нам первая циферка показывает десятки. А значит, за ней еще будет одна циферка, которая покажет нам единицы. Итого получается двузначное число. Так, продолжаем деление. Дальше мы к этому остатку приписываем следующую цифру делимого. 40, 40 на 5 – это 8, 5 и 8 – 40, 40 минус 40 – 0. Все, деление закончилось, получилось 48, деление нацело. Вот теперь мы черновик убираем и запишем сюда. 48 – это у нас получилось минут. И это мы узнали время. Вот мы кратко так запишем. Время. Ну, на производстве 240 плиток шоколада до увеличения производительности. Так, а теперь мы узнаем, а как же у нас изменилась производительность? Она у нас увеличилась в 2 раза. То есть было 5 плиток в минуту, а потом увеличилось в 2 раза, то есть нужно умножить на 2, и получим 10 плиток в минуту. Это мы нашли увеличенная производительность.
увеличенное. Давайте напишем в 2 раза производительность. Так, есть. Теперь определим, а какое же время потребуется теперь на производство 240 плиток шоколада. Значит, мы должны 240 плиток шоколада разделить на новую производительность на 10 плиток в минуту. Ну, 240 на 10. Как мы делим на 10? Чтобы число разделить на 10, нужно у него зачеркнуть один нолик. Было 240, стало 24. Это 24 минуты. И это время после увеличения производительности. Так, теперь мы видим, что было время 48 минут, а стало время 24 минуты, то есть время уменьшилось. Остается узнать, а во сколько раз 48 минут делим на 24 минуты, и будет как раз 2. Почему? Потому что если 24 умножить на 2, то будет 48. Значит, в два раза уменьшится время. В два раза уменьшится время. Таким образом, наш вывод мы доказали. И вывод наш такой. При увеличении в два раза производительности время, потраченное на производство одного и того же объема продукции, уменьшится в два раза. Вот мы сформулировали правило, да, в котором, да, как тут написано, сформулируйте правило, в котором сказано о том, что время зависит от производительности при одинаковом объеме работы. Собственно, мы это правило уже сформулировали. Но сейчас еще последний вопрос. Чем отличается это правило от того, которое было сформулировано в задании 172? В задании 172 было сформулировано такое правило. При одном и том же объеме работы увеличение времени ведет к уменьшению производительности во столько же раз. Или уменьшение времени ведет к увеличению производительности во столько же раз. А здесь мы формулируем правило немножко по-другому. Отличается оно только тем, что изменение производительности влечет за собой изменение времени. Итак, запишем правило, которое у нас получилось. При одинаковом объеме работы увеличение, а в скобочках напишем уменьшение производительности в несколько раз приводит к уменьшению, в скобочках увеличению времени во столько же раз. Вот мы сформулировали правило. Итак, еще раз подчеркиваю, это правило отличается от того, что было записано в задании 172, тем, что там изменение времени приводило к изменению производительности труда. Причем время увеличивается, производительность уменьшается. И наоборот, время уменьшается, производительность увеличивается. А здесь наоборот, увеличение производительности приводит к уменьшению времени или уменьшение производительности приводит к увеличению времени. Во столько же раз, во сколько изменилась и производительность. Вот теперь все правила мы рассмотрели. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.